Еще раз доброе утро. Ну, кто-то у нас еще подходит. Это наши, не наши. Разберемся. Если вы приходите раньше, я рекомендую такую простую разминку, которая готовит ваши суставы. Это тазобедренный сустав, повращали влево-вправо. Причем два варианта. Ноги на ширине плеч, больше поясница работает. Ноги пошире, больше тазобедренные заработали, да? Пальцы сжимаем, разжимаем, кисти наружу, внутрь, локтевые суставы, плечевые суставы. Причем не по классике обе вперед, а я рекомендую одна вперед, другая назад. Я вам ссылочку скину, у меня есть целый цикл фильмов учебных по занятиям на бараний лоб. Знаете, у нас в Мурманске бараний лоб, что такое? Хорошо. Я вам скину, посмотрите, это недалеко от памятника Алёши. Если в двух словах сказать, там чуть-чуть, вот буквально 2 минуты от Алёши, 3 минуты отойти, там выходит скала над маленьким озерком. Так вот, этой скале, сколько бы вы думали лет, она времен образования Земли. Я уже забыл точно, то есть это миллиарды лет до нашей эры, когда только образовывалось. Редкое такое место, оно на Земле встречается, но так, чтобы в черте города практически такого нет. Я там целый цикл в прошлом году занятий провел. Вот интересно, ты стоишь на этой скале и как чувствуешь, что стоишь, когда Земля образовывалась. И само место такое необычное. Ссылочку на плейлист скину в группе нашей на странице, посмотрите. Там как раз, почему я вспомнил, там как раз цикл вот этих всех вращательных, вот эти все движения, которые направлены на улучшение суставов, на расслабление. То есть дополнительные методы, но они сами по себе очень хороши. Значит, колени можно размять, да, стоп размяли, шею. Ну, простейшие движения, все знаете, главное пройти. Можно сверху вниз пройти, чтобы были уже, время не теряли, а были разогреты. Вот. Хотя, по большому счету, можно вот то, что мы делаем в комплексе, его делать сходу. Вот. Ну что, тогда сейчас мы повторим все, что прошли до 16-й формы. И потом разучим 16-ю форму. Форма «вращать шар». Ну ничего, повторение, мать учения. «Вращать шар». Она выходит из положения, когда мы вот сделали полет, очередной раз опустили руки. Мы как бы подхватываем шар и начинаем его поднимать по кругу. Начинаем в левую сторону. В левую, в эту сторону. Вот до верхушки где-то в таком положении. Потом опускаю вниз. А опять в эту сторону вдох поднимаю. Ноги здесь немного выпрямились, а здесь согнули. То есть сгибание, разгибание ног. Есть вот небольшое вращательное движение поясницы. Есть небольшой перенос веса тела с одной на другую. Небольшой. И общее такое движение, видите, с поворотом, оно такое вращательное. Вот это движение символизирует круг такой, как вращение Земли вокруг Солнца. Все вращательные движения, это вот нас внутренне объединяет со Вселенной. Цепочка та же самая, от стоп в поясницу и проявляется в руках. Комфортное движение, вверх-вдох, вниз-выдох. Нигде движение не прерывается, плавно одно, одна форма перетекает в другую. Очень хорошая форма для поясницы, очень незаменимая. Мы предыдущими формами подготовили спину, поясницу, и сейчас идет глубокая проработка. Прямо мы свой центр, праздник спины, 1 мая. Вот, и здесь вы тоже видите, идет взаимодействие и земля, и небо, человек. Это то, с чего мы начинали, такое круговое, глобальное такая. То есть она как бы вот энергетически наполнена, как раз объединяя все, что до этого делали. Форма называется «вращать шар». Можно чувствовать легкое сопротивление, с которым вы проносите туда и обратно. Вот когда очередное опускание рук закончилось, я подхватываю шар, начинаю поднимать и вращать его в левую сторону. Вдох закончился, здесь выдох пошел. Присел.
ноги немножко выпрямляются, несу по кругу и свой центр направляю на шар. То есть есть поворот в одну сторону, влево и вправо. Есть небольшой перенос веса тела. Слушайте, как задействуются стопы в этот момент. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Если вам тяжело, вот облегченная форма. Чуть-чуть выше поднялись, и в таком положении можно поделать. Мы прошли 16 форм. Нам остается чуть-чуть там, чтобы камера, ага. Остается немножко вот эта форма интересная, которая активизирует стопы. Это вот в следующий раз после очередного движения такое. Кто в доме хозяин? Если вы будете делать дома, это такое утреннее послание вашим соседям. Вставай, дружок, приходи заниматься. Да? Приходи на цикл. Да. Вторая это... Да. Второе назначение – это мужская форма, когда женщины уже пытаются нас совсем. И кто в доме хозяин, да? Третье – это как дети играют с мячиком. Да. Для мужиков это выше. Да. Вот. И... 18-я форма – закрыть великий предел. Вот как мы начинали, открыли великий предел, начало – это традиционное начало комплексов цигун, тайцзюань, то есть общее вообще, вот то, что в Китае занимается, это открыть великий предел. А вот эта форма «закрыть великий предел», она простая достаточно, как и открытие. То есть важно правильно начать, правильно закончить, открыли. Закрыли, то есть мы как бы обозначили границы, где мы вот эту практику делали. Но так как вот эти границы достаточно условны, потому что я вас призываю к тому, чтобы вы пользовались этим в обычной своей жизни, применяли вот эти навыки. Какие навыки? Естественно, вы не будете ходить по улице и вращать шар, там, допустим, или вот так вот летать. Наверное, нет, да? Хотя если люди отвернулись, и можно и полетать. Вот. Основные принципы, которые вы можете применять, это хорошая осанка, да, чтобы макушки, чтобы не было вот такого. Это умение открыть свое сердце, это отпустить расслабление, чтобы комфортное, внутренняя улыбка, наполнение, правильное дыхание. Ну, три базовых принципа – это сосредоточение, концентрация. Идете, просто какое-то время, минуту пройдите, не думайте ничего, потому что, когда мы идем, мы прямо видно, я иду, и прохожих видно, у них... Некоторые даже разговаривают. И у некоторых видно мысли, а некоторые... Достаточно смешно. Я это использую как зеркало, потому что я этим тоже занимаюсь. А, слушай, а я тоже. Вот. Вот. Поэтому, когда вы идете в таком состоянии, вам не нужен телевизор, это тут целая история разворачивается, нужна драма. И в этот, интересно, человек не живет, он там с кем-то там беседует, что-то там какая-то возня идет, которая по большому счету нафиг не нужна, потому что человек не живет, он не здесь. Я не призываю, вот вы идете только в таком состоянии, не получится. Хотя бы немножко, 30 секунд пройдите, послушайте, как вы дышите, как осанка, то есть загляните внутрь тела и какое-то время попробуйте не думать, не разговаривать с чем-то, вот. Правильно расслабиться, послушать дыхание. Вот эти принципы, они вполне применимы. И вы можете такими вкрапеньками, точками в обычную жизнь. Допустим, пьете чай, сделайте такую игру, вот это как игра, да, тоже можно, принцип игры, что весь комплекс, к нему можно относиться серьезно и не совсем серьезно, это как ваша игра. Поиграйте в чай, сделайте для себя чайную церемонию. Пусть вы там не знаете, как она делается, неважно. Сосредоточьтесь. Поставили там чайник, послушали, как вскипает вода. Наливаете, завариваете чай, как-то как ручей льется. Вдохните запах. Сосредоточьте внимание на дыхание. Посмотрите на цвет. Только глаза работают. Вы смотрите, какой, что это, коньячный оттенок сегодня или там такой, да? Когда глоточек делаете, сосредоточьтесь здесь, внутри. Это мы сейчас чай будем делать, то, что вы можете практиковать. Как чашку держите, какое соприкосновение, гладкое, круглое. И вот так вы можете переносить на разные органы чувств. А в какой-то момент расслабиться, ни о чем специально не делать. Просто вы оп, в таком состоянии попали, когда вам просто хорошо, комфортно.
И вот эта практика, то, что дает цигун, то есть она очень жизненная. Я даю минимум какой-то заумной философии или там чего-то, куда там, по какому каналу пойдет ци. Это пусть медицина китайская занимается и узкие специалисты. Мы делаем правильную физкультуру, по большому счету, правильно выстроенную. Но это физкультура с работой с сознанием. Это вот отличие от обычной физкультуры. Работа с сознанием и на ощущение, что мы, как мы делаем, правильность. И эта физкультура еще спокойный характер, медленный, мы никуда не торопимся. И вот этот медленный, спокойный ритм, он позволяет за одно движение успеть просмотреть какую-то часть или все тело. Оно позволяет почувствовать, работает ли ум, ваше сознание, ведете ли вы это движение рукой. Оно позволяет почувствовать, есть расслабление или нет, позволяет почувствовать дыхание. То есть спокойные движения, они позволяют не торопясь разобраться с тем, что мы делаем. Поэтому идеальный вариант, когда вы еще не начали движение, не отвлекаетесь на координацию, в этот момент вы, оп, наполнили. И вот когда ваше сознание как бы начинает за пределы тела, вот тогда начинаете движение. А обычно наоборот, сознание маленькое, тело большое, мы начинаем там делать. Вот постепенно, если правильно нормальную зарядку делаем, расширяется, и мы приходим к тому же результату. А здесь мы наоборот, вначале наполняем, пошло, почувствовал кончики пальцев на ногах, макушку почувствовал, там собрал все как одно целое. И вот мое внимание наполнило тело, и потом только начинает движение. Вот в чем отличие, так если так глобально, принципиально обозначить. Вот. Поэтому сейчас пьем чай, можно общаться, знакомиться с друг другом. Ну, какую-то минутку вы, оп, послушайте. И дома поупражняйтесь в этих всех вещах. Это можно на любую область деятельности переносить.